Всем привет! Вы на канале Astrology. И да, ребята, наконец-таки видео с Луной. Хорошая фаза. Ясное небо именно в том плане, что видно Луну. В общем, ребята, сейчас все гармонирует. И поэтому я решил снять Луну. Так, давайте-ка попробуем ее, собственно, отзумить. Чуть расфокусировалась. Что-то не хочется нам до конца фокусироваться. Вот она, ребята, Луна. Верхние кратеры и нижние кратеры. Это была такая великая бомбардировка много миллиардов лет назад. Около двух. Кратер какой-то. Вот такая вот Луна. И это очень хорошо, ребята, что вот так вот она. Я сейчас, наверное, отдалюсь и попробую найти Юпитер. Его уже, по сути, должно быть видно. Так как я сейчас нахожусь в очках. Да, ребята, я в очках хожу. Сейчас я точно должен увидеть Юпитер. Чё-то, ребята, я нифига не вижу. Юпитера я, ребят, никакой не вижу. Никакого Юпитера, собственно-то, и нет. Ладно, ребят, давайте-ка еще раз отзумим эту Луну. И сейчас я уже скажу прощальные, как говорится, слова. Все, спасибо за просмотр. Кому не понравилось видео, ставьте дизлайк. А кому понравилось, радуйтесь жизни. И любите космос. Ладно, ребята, всем пока. На таком прекрасном кадре оборву свою запись.